Всем привет! Это мое первое видео, в котором я поделюсь с вами впечатлениями от жизни в Индии. Прежде всего, я хотела бы рассказать о том, что в Индию я попала довольно-таки случайно. Я никогда сознательно не стремилась попасть в эту экзотическую страну, но у меня был момент, когда я не могла найти работу, около 5 месяцев, я жила в тот момент в Астане. И когда я откликнулась на вакансию, думая о том, что работа будет в Казахстане, мне сказали, что нужно будет переехать в Индию. Так как на тот момент в Астане было очень холодно, я решила рискнуть и поехать хотя бы погреться в этой теплой стране. В общем, таким образом я очутилась в штате Гуджарат, который находится на северо-западе Индии. И жила я в городе Ахмедабад. Город довольно-таки большой, 6 миллионов жителей. И это как центр этого штата Гуджарат. То есть не столица, формальная столица другая, но он как торговый центр и бизнес-центр. Вот. Значит, мои впечатления от жизни в Индии. Наверное, я начну с вещей, которые меня шокировали. В первую очередь, конечно, шокирует толпы. То есть, если сравнить плотность населения, то в Индии плотность составляет где-то 460 человек на квадратный километр. В Казахстане это 6 человек на квадратный километр. То есть, разница огромная. И для людей, вот, которые переезжают с малонаселенных стран в Индию, это, конечно, непросто, потому что постоянно, то есть, видишь толпы, это движение на улицах, это в лифте постоянно толпы, то есть везде очень много людей. И это создает своеобразную атмосферу, то есть у них есть некоторые должности, которые по сути это может быть бы и не нужны, но из-за того, что, наверное, их столько много людей, то есть им приходится как-то вовлекать людей в работу. Например, есть лифтеры, то есть здание, бизнес-центр, где был расположен офис, были люди, которые просто нажимали кнопку на лифте. По сути, ну, если это не шикарная гостиница, где лифтер одет там соответствующий, то есть это не было для показного шика, это просто для того, чтобы дать обеспечить людей работу. В то же время, в этом же бизнес-центре, если кто-то делал ремонт, то использовать лифт для перевозки мешков с песком, например, не разрешалось. И как в странах Азии, видать, дешевле нанять рабочих. То есть я видела такие картины, где просто на лестничных пролетах становилось, ну, на каждом лестничном пролете по человеку. И они передавали мешки с песком на голове, на плечах. То есть не используя лифт, они поднимали эти мешки на высокие этажи. Второй момент, который меня шокировал, это жара. Когда люди говорят, будьте осторожнее в своих желаниях, потому что они могут сбыться, эти люди правы. Потому что когда в Астане было очень холодно, я все молилась, что я хочу жару. Но переехав в Индию, в этот город Ахмедабад, там климат очень засушливый, очень жаркий. То есть температура днем часто была 48-49. И она не опускалась даже ночью. То есть 2 часа ночи, смотришь, 49. 3 часа ночи, 49. Никакой тебе там вечерней прохлады или утренней прохлады. Сезон дождей, как бы, он так, наверное, немножко получше, но там у свои тоже есть недостатки, потому что много улиц не асфальтированных, и, ну, то есть превращаются в грязь, и очень, как бы, не прям совсем хорошо для жизни, хотя сезон дождей я пропустила, я не видела в Индии толком, только начало, а потом я была в командировке. Из положительных моментов, конечно, мне безумно там понравилась одежда. Получается, Индия одна из немногих стран, в которой национальная одежда используется каждый день, то есть не для каких-то там концертов одевают, как у нас, нет, на каждый день люди действительно ходят в сари. Еще ходят таких, получается, они называют это курти, как бы удлиненные иногда рубашки, вплоть до, они настолько удлиненные, что получаются как платьюшки с лосинами. В
приятно то, что очень много цветов в этой одежде. То есть у нас в Казахстане, видать, из-за климата в основном люди носят черное, коричневое, синее, серое. То есть чаще всего люди отдают предпочтение именно таким оттенкам. В Индии же просто буйство красок. То есть красное вместе с зеленым, фиолетовое вместе с розовым. Очень много всего блестящего. Оно как-то создает такую атмосферу, я не знаю, позитива. По крайней мере, мне это нравилось, потому что такое буйство красок на улице. Не только женщины, но и мужчины носят очень яркие рубашки, очень, как бы, такие даже штаны тоже цветные. И поэтому иногда смотришь, это все такие, как бы, радостные, празднично одетые. На сегодня все. В следующем видео я еще расскажу о своих впечатлениях от Индии.